Ну, А посмотри, Серега! пару. Серега, сейчас порвем их! Фак е. Мы еще из-за тьмы. Но я буду молчать. Не-не-не-не, ты говори, давай. Мы будем слушать, что мы делаем не так. Нет, просто я в наблюдателях буду сидеть и видеть всех абсолютно. Номад, если можешь, через книжку напиши, что нужно сделать, чтобы присоединиться, хорошо? И пароль ему дай. Сколько здесь партия может длиться? Полчаса? Короче, он уже есть... Минут пять. Короче, он не сможет уже присоединиться, он сможет наблюдать. Беру только с двухминутным опозданием. Надо было 10 секунд поставить. Надо было делать уже в лобби. Нет, двухминутное опоздание там оно всегда. То есть там нет настроек. О, нормально, кто загружается. Намат, не опускай кнопку. Ой, у тебя еще два раза слышно. Сейчас Серега. Сейчас, блин. Настройки отключи. Ты, наверное... Привет. Здорово, ты, наверное, на одну и ту же кнопку поставил голосовуху в доте. Угу. Нет, меня будут огибать. Илья, это твоя первая игра? Короче, там, да. Книжек решил, что тебя восстание организовал. А Рейджера? Тоже. А Рейджера? Ну, он, может, играл когда-нибудь, я не знаю. Короче, встречаем самую лучшую доту Best Ever. Твою мать, сколько героев! И рядом не стоят. Я снипера возьму, ничего не знаю. А чё я не могу этого Пуджа взять? Я снипера возьму. Где снипер? Где снипер? Где он? Он в середине, в ловкости должен быть. Где? Я вижу, как... Намат, а чё я не могу Пуджа брать? Все всегда шутят про Пуджа. Всё, его уже выбрали. Его педики! Где он? Кто тут крутой, говори мне скорее. Я не вижу, где снипер? О, Рики, это педик, который в стелсе гоняет. Всё, его... Всё, я снипера взял. А, я не могу его пикнуть, я же за другую команду. Или нет, или могу. А ты всех Короче, можешь пикнуть? Илья, ты будешь сливать мид. Я знаю. Снайпером идут на мид, если чё. А чё тыкать-то? Чё тыкать? Я не знаю. Всё, посередине внизу. Вова ещё убирает что-то. Ща порвём. Вон, видите, у Фримена и у Дашки добрались к ней тренингов. После окончания таймера. О, 29 человек смотрят игру прямо сейчас. А как? А можно смотреть, что ли? То есть, смотри, они будут нагружать мой комп? А там сейчас... Нет, они через друзья, получается, заходят на трансляцию, смотрят. Ну, там двухминутное опоздание, так что... Пацаны, у меня лагает уже здесь. Что за дерьмо? У меня 40 FPS. Это всегда так, это... У меня FPS сейчас просел два раза до 10. Сейчас нормализуется такое всегда. Какого хера, блин, чему тут лагать? Да, вот надо, чтобы кто-то включил меня в трансляции, чтобы наблюдал за мной и слушал, что я говорю именно в самом Dota TV. Го, просрём не мид! Надо на мид! Я обязательно мид просру. Не кричи. Не кричите. Я не знаю, просто бегаю, пойду крипов убивать. У снайпера, кстати, есть эти фразочки, как у снайпера из Team Fortress. Точно, я забыл их закупиться. Что у тебя лагает голос? В смысле, а что-то можно купить, что ли? Прям сейчас? Да. Пацаны! Кто это сделал? Ай, блин, не в тот. А что такое? Кто место на игру? Как это? Конорд, по-моему. F9 отжимай. А, Рейджер, точно. Блин, ты пикай героя любого, нажми рандом, да и все. Ты просто сейчас вот началась, получается, игра, и ты еще и голду теряешь. Да внизу написано начать игру за снижение. А-а-а! Ты вообще родной кракуля! Капец, ты даже не можешь выиграть! Как нажать? Че, игра приостановлена? Че надо делать? Как восстановить игру? Намат! Все, отжим. Как? Конор, давай! Чё? F9 отжимай. Я не нажимал. А, это мне надо было нажимать F9. Я куру покупаю. Так, короче, Alien на снайпере, Рейджер на реке, Гордон Фримен, Некропос, зомби из Баунти Хантер, все нубы. Чёрная на брюмастер. Остальные не важно. Сначала в лес идти, подкачаться. Ну я в курсе что-то типа того, знаешь. Знаешь, как я могу сейчас определить, кто из них, ну, хоть как-то задросил в доту? Короче, вверху
есть кнопочка «Общий контент», которую могут делиться различные комментаторы, фоны, темы и так далее. И смотрю, кто поделился определенным контентом, сразу видно, что определенное количество времени. Эллин, держи мид! Я не знаю! С мидом я все понял, скажите мне, как это... Да, я посмотрю на тебя, подожди. А нужно прокачать последнюю способность. Все вижу. Почему мид? Что вы делаете? Я не знаю, что я делаю. Я только разобрался с лобби. С меню, точнее. Your top tower is under attack. Я не знаю, как приглашать людей сюда, понимаешь? Тут нету инвайтов. Всех крипов просрал. А, черт, дома это не слышат. А в локальную игру нельзя приглашать людей. И я забыл мула высадить. Да господи, что это такая жопа-то? Меня сейчас нормально слышно? Да. А то просто Илья у меня лагает. У меня что-то FPS 30. Беги, Рейджер, беги! На меня всё на фулл хай тут. Вы не думаете, если с кем-то общаюсь, то это Номут у нас еще в чате. Мы его мула убили! В нашей команде что, только три человека разговаривают? Да. Все остальные играют. Нет! Нет. Let's have a go at it. Твою мать. Почему столько всего открытого в учалке? Yes. Было меньше открытого всего. Eat lead. Target practice paying off. Чё, курьера, да, всё. Center of mass. Чёрт. Тут у Эры было килла. Хочешь меня убить? Кто мид? Мид! Я буду держать мид, ничего не знаю. Я не рак, я не просру мид! Только не в первой игре! А-а-а! Илья, если что, я тоже рак. Вот этого нам всем легче. Да. Ты меня порадовал сейчас. Не привычно играть за силы тьмы, когда я играл в обучение за силы света. My spotter direct. Of course. Почему именно мид? А чё, они не могут сбоку обойти? Или мид самый быстрый, что ли, обход? Или чё? Мид держат только самые сильные люди. То есть я? Да. И там может держать только один человек, а по бокам два. Где курьер сраный? Я его вызвал. Че, у нас один курьер, что ли? Yes. Или он на всю команду работает? Я не понимаю. Один курьер на всю команду. А-а-а. А че двигаться не могу? Кто? Может, ты свернул игру или нажал Alt-Tab? Я курьера выбрал. А, капец. First blood. First blood. Черные убили, шикарно. Слилось. Черный это тоже нуб. Тут вообще все нубы. Кстати, девочка убила девочку, нормально. Все раки похожи. Да. Классно разделила, а у них, наверное, там неплохие игроки. Ну, разделяет по левелам. Тут же пуч 5 уровня. Я не знаю, кто такой пуч, просто сказал пуч, потому что ты знаешь, кто такой пуч. Пуч, насколько я знаю, это... Короче, жирный, который обычно держит мид. Ну да. Поэтому не знаю, что он делает. Он тебя и держит. Что, если я сдох, то все? А нет. Можно выкупиться, там-то деньги. Можно выкупиться, а можно подождать. Лучше ждать. Я не должен умереть! Не, типа снипер крут или чё? Или чё? Или снипер лах? А, у него ульта.
хорошая. Ну да. А, меня потянул. Отлично, меня путь потянул. И убил. Он уже, видимо, я не знаю, ультой или чем, или жопой какой. Нет, это не ульта, это самый... Кем меня потянул и забил. Это первая способность. Нормально. Я не знаю, какая у него ульта, но хук это первая способность. Дайте прокачаться уже, а, пацаны. My trigger fingers itching for vengeance. Не понял, а где? Your middle tower is under attack. Middle! Эллен, ты после матчей в доту не будешь удалять никого? Ты хочешь спросить, не будут ли я удалять доту? Отлично, кстати, счет 5-0. Сразу видно автобаланс. Нет, я не буду. Почему меня так быстро убили? До следующей недели. Отличный автобаланс. Перфект. Your top tower is under attack. Shrapnel. Все, я ульту прокачал. Сейчас жердячку покажу. Не превращайся в школьника. Ну блин, я должен как-то поддержать атмосферу доты. Короче, я к тебе. Yes. Подождите, у Пуджи есть возможность делать двойников, отлично. Если ты говоришь про Пуджи, то он поднял руну. Он руну... Вау. Your top tower is under attack. Я еще ничем не закупился толком. Your top tower is under attack. Илья, а двойники Пуджи это с помощью руны. Какой из них настоящий? Your middle tower is under attack. А вот нужно угадать. Of course. Проходил ли обучение? Ну типа да. Но там так много чему учат, если честно. Я тебя понимаю полностью. Я тоже учился играть с друзьями. Yes. Мы до сих пор не шестого уровня! Какого черта? Черные вообще ничего не делали. Черные. Я тоже не шестого уровня, что? Ультуй тогда, когда у него лоу хп. Да я понял, понял. Мало количества хп, это для пива. Слушайте, смеху нам башню уже сломали. Да они там задротно сверху. As you say. Сломали башню, а никто же даже до 10 уровня из нашей команды докачался. Обычно ломают башню на 10 уровне. Окей. Кто сколько наиграл в команде у нас? Вот я не играл вообще, Рейджер тоже. Черная знает тоже. Вот зомби с Гордон Фриман. Я где-то 10 раундов сыграл, докачался до 5 уровня. Понятно, все, я пошел чай наливать. Я тоже. Слушай, я тоже чай хочу. Of course. В обучении все было легче. Естественно, yes. Тут реальные противники. Автобаланс жжет. Я сомневаюсь, что это автобаланс. Здесь автобаланса как такового нет. Так там же есть балансировка команд. Там же была балансировка команд к этой. Но я до сих пор не просрал мид. Неужели? Может мне кто-нибудь сверху поможет, а?
Есть. Как быстро открыть список игроков? На какой кнопке? Там слева вверху в списке. Вместе нет, с кнопкой а кнопкой. Выйти. Кнопкой как открыть? Не кликом мышки, а кнопкой. А кнопки нету. Ну отлично, телепортировался, убил. Но это было... Да, кстати, если что, сетки телепортации можно купить, чтобы быстро вернуться на линию. Или кто это? Она работает в основном по этим... Что это? Что это? Почему постоянно меня? Да. Зачем вам? У нас кто-то убил кого-то! А где вообще Сережа? Он уже ушел нахер? Он же сказал, пошел чай наливать. Слышь, чай! Ага. Слушай, я сейчас тоже отойду чай налить. Да охереть, я даже не заметил, где я был. А, у нас в лесах тут бродит пуч. Тебе помочь на миде? Ну тут пуч бегает 12 уровня, он телепортируется 11 уровня, отлично. Он к нам пришел, кстати, на базу. Вижу. Он меня не атакует, я рядом с ним. Ну он специально меня убивает. Потому что он хочет тебя отомстить за... что-то. За Beyond Two Souls, школьник типичный. Beyond Two Souls говно! А мне не засчитали, почему? Все, сейчас одного врага убить и все. Будь ульта. Ты над ним хочешь постебаться? Да. Ну что я еще делать? Я говорю, что я сливать буду. Я играть не умею. Во, все, ульта. Your bottom tower is under attack. That's gonna stain. Почему трое на мите? Yes. Нас сверху уже начинают пушить. No trajectory. Это было быстро. Sure is shooting. Может, поможете, а? Ну да, сверху бегу. The enemy's middle tower has been denied. Ты видишь, сколько там? Пишите ГГ, короче. Там третий. Еще и пуш прибегает. Они все за мной! Найс, автобаланс, Вольво. Your bottom tower has fallen. А в каком формате будет новое прохождение? Доты? Прохождение Доты? Да. Вау, те, я кто... Я имею в виду прохождение Heavy Rain, в каком формате будет выкладываться? В кинематографичном. Это все, что я могу сказать. Шикарный счет 24-4. Серега вообще не играет. А Эллен все по одному раунду играют. Ну, я не знаю, они могут сейчас отступить. И так далее. Я так понимаю, если долгий раунд получается, то один. Ну, я думаю, что следующий раунд получится не слишком-то коротким. Нет, не слишком длинным. Почему нельзя, если игрок отошел, управлять им? Я знаю, если он отключается, можно его героем управлять. Вау, я впервые, по-моему, из кого-то золото получил. Эллен, давай похилю. А, я что-то здесь... Я вообще тут лоханулся так ужасно. Я, короче, не понимаю, как этот крафт работает и прочее дерьмище.
Что, как работает? А, меня тут потянули, все, я мертв. Интересно, сколько РБЛ килл наиграл? Там по-любому часов. Что? Миллион. Я вычисляю Пуджа. То где он? Я пришел куда-то непонятно. А, ну это неудивительно, полтора часа, че, полторы тысячи. Полтора тысячи, полторы тысячи часов. Рейджер, что? Он убил кого-то. Только один раз. Только один раз. Я тоже один раз убил, ну и что? Ты посмотри, сколько у нас очков, и ты говоришь мне после этого только один раз. Ну да. Зомби, если честно, прости. Прости. Your middle tower is under attack. Ну у него тоже всего 41 час наигран. Я попробую утонуть его. Серьезно, у нас... Нет, не догонит. У нас ни у кого нет. Утонул. Урон не прошел. Это что такое? Короче, черный наиграл 2 часа, я наиграл 2 часа, Рейджер наиграл 2 часа. Ты наиграл, ну сколько ты часов? 20, да? Я наиграл 30 часов. Точнее, я 25, мой троюродный брат 5. Зомбис наиграл 40 часов. У них там по полтора часа, у кого-то есть по 300. У меня 25. И больше число времени я роковал. Вау. Дашка сделала дабл килл. Your bottom tower is under attack. Серега, теперь ты понимаешь, что некоторые люди чувствовали вчера, которые были внизу таблицы в КС? Тех, кого даже я убивал, там мультикилл делал. Примерно так же. Скажите мне, пожалуйста, как этот Рики в стелсе остается? То есть мне просто вообще нужно встать и все? Нет, просто ты должен ходить, и он будет в стелсе, никого не бить. Your middle tower is under attack. Какую банду? Your middle tower has fallen. My father guides me. Нет, я выберусь. Эллен, беги! А что это значит? Беги, Илья! Он за тобой! Я бегу! Ультани его, ультани! Последняя способность! Ультанул! Это не особо помогло, беги на спарни, давай тебя не тронут! Survival horror! На спарни они тебя не тронут! Спавни, они тебя не тронут, беги на спаун! Я иду, бегу на спаун! Fuck you! Я убежал! Все, сейчас они запушат нас. Yes. Это быстрая игра. Очень быстрая. Ну помогите его убить-то хоть, ну! Я мертв. Your top tower is under attack. Эллен! Я кого-то убил! Вау, 40 000 золота. Я даже не знаю, что покупать здесь. Your top barracks has fallen. Если враги будут в радиусе действия моего стама, у них будет отниматься здоровье, а если вы будете в радиусе моего стама, у вас будет оно пополняться. Your top barracks are under attack. Line of sight. Сражаться до конца! Я спустил с небес Дашку-дробовик! Дробовик там. Да, теперь я могу купить то, что мне нужно. Иллюзия одинакова, сучка! Ну сейчас, за 25 минут додержимся, если... Я забыл, что хотел купить, шикарно.
если они будут так же продолжать. Они уже стебутся по-любому. Ну, просто нас убивают. Какого хера? Короче, я ему не нанес урон ультой. Короче, 25 минут и ГГ, в общем. Что же там пушат, я не знаю. Я хз, даже что качать, что покупать. Два, они спокойно могут нас забить сейчас, короче, но они делают. Короче, я пошел за чаем. Окей. Of course. Тут сухари кто-то делает у нас. У меня дома. Я хочу сухарей. Я хочу. Женщина, принеси сухарей. Они вкусно пахнут. Ну, я пытался. Рейджер и черная слились. Я пытался. Я тебя понимаю. Чё покупать? Я сдох. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Давайте все на него, все! Бей его! Там... А почему я... Мне засчитали, что я его убил? Ну, ты не понимаешь, что... Не отбирайте мои деньги. Понимаешь, что Дашка как бы это девочка, это как бы, ну, намекает, ник. Не Дашка... Не Дашка дробовик, а Дашка добровик, это что вообще? Это человек. Да, это... Я тебе помог. Нет, это все я был. Нет, я его ультанул, снял здоровье, и ты... Снизу это снизу. Bottom tower is under attack. As you say. Есть, я на втором месте по киллам и на втором месте по смертям. Sure is shooting. Серьезно, они могут запушить ба... Вот скажите, кто хоть что-нибудь знает? Они просто над нами стебутся сейчас или... Не могут запушить? Они над нами стебутся. Ну, в общем, 2 минуты у нас есть. Да, вот это был хук от бога, пуш. Как он меня убил? Помогите! Короче, я за молоком. Пить хочется. Здесь же можно кончить матч? В один удар. Ну, блин, ты посмотри на их левелы. И на свой. Да, ублюдки. А где, кстати, свой? А, все, они меня гоняют уже, просто гоняют. Они даже не бьют. Не, ну я, конечно, тут проложил вообще, ничего не купил. Your middle tower is under attack. Рейнджер! Ты уже налил? Ты только налил или уже выпил чай? Здесь же можно выходить или чё? Или как? Там же потом в лобби... Ну там что-то я знаю, то что если выходить, покинуть лобби, то тебе не дадут потом играть. Сколько-то там часов. А, написано, эту игру можно спокойно покинуть все. Черный, зачем ты пьешь пиво? Типа мы уже все продули? Ну естественно. Нет. Илья, это нет, тренировочная игра. Я могу. Какое пиво? Пусть это из бабочки. Бочки. Of course. Короче, Илья кик. Всю эту команду из пи***. Серьезно? Добавляй, к примеру. ДС поменял.
Чернокнижника с Дэсом и тысячи книг меня против, по крайней мере, более-менее. Не можем убить. Баунти Хантер в мою команду, остальных тех, у кого вообще нет тут. Нет! Ни одного часа в игре в доме. Why? По крайней мере, на эту игру можно будет смотреть. Мультикилл. А то просто. Я даже выкуплю, все равно нечего покупать. Ты лагаешь почему-то. Ну, здесь все очистим, не знаю, как я. Но ты уж точно. В смысле? Не лучше. Пацаны, где посмотреть личный счет? А, нажми сверху, там списочек такой. Ой, личный счет, по-моему, нельзя. Your middle tower is under attack. Нас засосало, Эллен. Темная пучина. Нас постанули темные маги. Я просто смотрю, сколько у них люди наиграли. Короче, у Вовы 215 часов. У танкера 20 часов. У Дашки Добровик. Но они издеваются. 233 часа. У Фримена. А, Фримен, это ты. Так, Фримен, у тебя 40 часов, 32 часа. Эйлин, на какой кнопке чат? Pray the Sun. А, черт. Pray the Sun 170 часов. Напишите ГГ на английском. Может сработает скрипт и игра закончится. Я не знаю, по крайней мере, на соревновательных играх так уж точно работает. Да. Я вот не уверен, правда? Да-да-да, у меня закончилось. Может. У меня закончилось. Вся команда пусть. Да, мы проиграли. Да, работает скрипт. А у тебя всего 10 секунд задержки, да? У меня. Нет, но нет, я смотрю на... За мной наблюдали. Эйлин, будет тест еще одна игра или нет? Вот у них там задержка в 2 минуты. Это чтобы типа никто никому не палил, где кто находится и так далее. Здесь типа нахождение героев это тоже важно. А почему Рейджу дали? Теперь лобби надо заново создавать, если что. Покачину. Я слишком хорош. А Эйлину нет! Я потому что меньше умер. Нет, на самом деле только тем, кто в начале. А, тем, кто первая игра у тех. Да. Угу. Чё, как его открыть? А, там в арсенале что-то. Зачем ты вышел? А.